На территории Анжи-арены города Каспийска прошло открытие футбола «Магнит. Урок футбола». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Тилякабов, министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, замминистра спорта региона Будун Будунов, а также методист РФС Дмитрий Бараник и Евгений Семенов. Огромное спасибо нашим партнерам из Российского футбольного союза, этим замечательным спортсменам, за то, что сегодня они на дагестанской земле. Для вас это запомнится на всю жизнь, соприкоснуться с великими выдающимися футболистами. Для юных футболистов спортсмены провели занятия по теории, практике и пообщались с педагогами во время интерактива. Отметим, что амбассадоры РФС провели урок футбола в рамках проекта «Футбол в школе». Напомним, что в республике при поддержке главы развивается проект «Школьная футбольная лига». Прежде всего, хотел бы поблагодарить Сергея Алимовича Меликова, который непосредственно тоже принял участие. Пусть сегодня он не посетил, но ему огромное спасибо за теплый прием. У вас наилучшие условия, которые я давно таких не видел. Поля, все. А самое главное, у нас сегодня проект «Футбол в школе», «Магнит», «Урок футбола». Это так совмещенная история. И наш мастер-класс, надеюсь, запомнится детям. Кроме того, в рамках фестиваля для педагогов республики был проведен семинар, где спикеры рассказали о новых методах спортивного воспитания детей. Дагестан занимает лидирующее место в стране по участию в проекте «Футбол в школе». В этом году мы еще расширяем географию. Добавляется еще 15 общеобразовательных организаций. В целом у нас более 65 тысяч детей участвуют в реализации модуля «Футбол в школе» на уроках физкультуры. Из них около 10 тысяч уже ходят на профессиональные секции по футболу в разных муниципалитетах республики. Вся эта большая дружная семья принимает очень активное участие в другом нашем проекте «Школьной футбольной лиги». Участие в фестивале приняли 400 школьников. Амбассадоры РФС вместе с детьми провели разминку и выполнили упражнения с мячом, после чего сыграли в футбол. У каждого ребенка была возможность сфотографироваться со звездой и получить именную карточку с автографом. Мы очень рады, что попали сюда, увидели многих футболистов популярных. Ну и также хотел поблагодарить наших учителей, тренеров за то, что они привели нас сегодня сюда, за такую возможность увидеть футболистов популярных. Фестиваль в Дагестане проходит при содействии правительства региона, Министерства образования и науки Республики Дагестан, Министерства спорта Республики, продюсер Минобороны Республики Дагестан и региональной федерации футбола. Напомню, что куратором проекта «Футбол в школе» в Дагестане является Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с Республиканской детской юношеской спортивной школой Миноборонауки Республики Дагестан, директором которой является заслуженный тренер России Александр Маркаров. Мы на первом месте. Нам это нравится. Нам нравится отношение к проекту, нам нравится количество детей, которые в школьной лиге ваши играют. Это та лига, которую мы приводим в пример всегда и всем субъектам. Поэтому нам очень нравится отношение к футболу в общеобразовательных организациях, к работе Министерства образования. Ну и, соответственно, мы рады поддерживать эту идею и это движение. Украсили мероприятие яркими выступлениями звезды дагестанской эстрады. Зажигательными песнями они подняли игровой дух ребят. Отметим, что подобный урок был также проведен и в Дербенте.